Начнем с главного. В округе продолжают устранять последствия ураганного ветра. В выходные его скорость достигла 35 метров в секунду. В Мытищах он повалил 11 деревьев. Не обошлось и без происшествий. Во дворе дома 38, корпус 2, по улице Летной, два дерева упали на автомобиль. Как следствие, разбито лобовое стекло, повреждена крыша и капот. Похожая ситуация произошла на улице Сукромка. Там от урагана пострадала машина такси. Сейчас все упавшие деревья убраны. В ближайшее время все оставшиеся последствия будут устранены.